Как лучше расставить круглые столы, если гостей будет мало, до 30 человек, а зал большой, шатер человек на 100? Ух ты! У вас каким образом, отдельно будет стоять президиумный стол или нет? Если отдельно будет стоять президиумный стол, тогда вы берите, сейчас скажу вам, сколько столов, сажайте, берите, значит, так, раз, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Берите 6 столов, сажайте гостей полукругом по 5 человек. Диаметр столов какой? Если 160, то сажайте полукругом по 5 человек. Таким образом, у вас будет очень хорошее заполнение площадки, у вас будет, соответственно, вот эти 6 столов, они очень хорошо заполнят. Гостям будет комфортно, потому что они, сидя полукругом, будут все видеть, и не будет ощущения, что вас очень мало в таком огромном шатре. Поэтому я думаю, что все будет классно.